Ливень футбол, а также судейскую бригаду матча и команды «Спартак» Москва, Россия и «Фламенго» Бразилия. Ladies and gentlemen, welcome to FIFA Living Football flag, as well as the referees and the teams of «Спартак» Москва, Россия. Котов, номер третий, номер три, Андрей. Это лучи света для «Спартака» и «Фламенго». Для кого эти лучи засияют все-таки чуть ярче, мы узнаем уже очень-очень скоро. Здравствуйте, друзья! Это «Мундиалито» 2020, второй день. И мы... Ну и что здесь еще добавить? Мы ждем великолепного красочного футбола в исполнении великолепных мастеров. Разбегается Федор. Сильный удар и гол! 1-0! Повел московский «Спартак». Поздравляем с пятым мячом Федора Земского. Человек-гол Федор Земсков. У него на этом турнире 8 моментов и 6 голов. Сами считайте, процент реализации просто потрясающий. И под хорошую композицию, да? Почему 6? Прошу прощения. Павленко немножко качнули его. Вот это неприятно может быть, но здорово. Апеллирует, апеллирует. Вот как раз этот повтор мы сейчас увидим. Я думаю, что да, вот как раз идут, а, ну, возможно, вот этот контакт. Да. Все в порядке, жонглирует, даже бьет. И какая неудача, Родриго! Отскок в пользу Фламенго. Как же повезло сейчас Андраде. Я такого не видел. Видел, что попадает в благие, по-моему, угодил. Но, да, в Родриго попадает в бедро. И хорошо мяч обратное вращение принял, и отскок в ворот не залетел. Уникальный турнир все-таки меня... держит, но вот на самом деле это держит. Пока успевает, и как я думал, Земсков забьет сейчас, сейчас в конце бы 2-0 посмотри, было какая, бы. Посмотри, какая подающая, какое-то единоборство уже. А вот Эудим, сейчас... и что делает Эудим? В стиле Горинчи сейчас нулевого угла за 7 секунд сравнивает счет. Егор, здорово подработал, через себя удар, Баженов вновь в игре. Егор здорово мяч принял, подработал и... Два медийных персонажа, два медийных футболиста. Статистика ударов в створ ворот, которая сейчас на один удар становится больше у «Спартака». Родриго, Родриго! Как освободился с дома. Здесь Баженов бесстрашно пошел, пытался пройти. Ну, здорово, как проткнул мяч. Родриго Коста и Баженов спасает! Андраде допускает ошибку. Земсков, выход 1-1. Ой, не попал. Егор сразу через себя. Вот Джордан пробарывает. Отличный пас. Ахмадзаде. Это Андраде спасает. Вот здесь, смотрите, казалось бы, сейчас отберут. Нет, ускользнул от соперника, сделал пас. Отличный пас. И Павленко, кстати, дезориентировал. Подача, Тангер вбегает. И какое спасение Макаревича! Вы посмотрите, что творит этот белок. Казалось бы, заноси, не хочу туда, да? Горячий, блистательно, от ближней штанги. Вот интересный момент. Михаил, не знаю, заметил. Ты не дал момент, ты, Джордан! Вот это интересный момент, который я заметил. Блистательный удар Джордан. Сбивает четвертый мяч и очень-очень важный для «Спартака». Уходит в середину и левой ногой между ног Родриго пролетает мяч, посмотрите. Да, классно, с левой зарядил, между ног от песка прямо под перекрестком. Бег Эудима. Удар и, ну что, так что ты поделаешь-то здесь? Нет, да, здесь ни Макаревич, ни машина времени бессильно будет. Да, здесь просто пушечный выстрел от Эудина. Да, сегодня он молодец. Тащит за собой Фламенго, забивает второй мяч. Ну, я думаю, что... Впереди Игорь и Родриго. Ну, Эллинтон бьет. О, неплохо! Но здесь потащил как раз Валерий. А вот повтор удара Эллинтона. Очень приличный удар. Плотный. Перекладина, да. Чего себе, Андраде. Жилпаулу бьет. Воротам удар! Опасно. Ставит здорово, выжимает Шкарин. Умница, Земсков, перекладил на Милане. Ай-яй-яй. Спасибо. Похвалили. Ну, адресат Павленко, в принципе, он на сохранении. Чемпиона мира, где вы еще это увидите? Удар! Андраде!
Все-таки прошивает голкипера Фламенко. 3-2. Элетон Андраде полностью. Десятка спартаковская. Удар. Вперед и добивали. Ну что ж, друзья, в полуфинал выходит московский «Спартак», с чем мы его и поздравляем. 3-2. Отличный в итоге получился матч. Земсков, Жордан и Шкарин вывели москвичей уже в плей-офф. Это будет немножко позже. Будем следить за этим дальше. Ну а пока, друзья.